Ну что, пришло время поговорить про девайс, который смело можно назвать лучшим подом 2021 года. Всем привет, меня зовут Глеб, а с вами, как всегда, сигарет нет. И в этом ролике я расскажу про плюсы и минусы девайса от компании JTech под названием AVIOBOX. Первым делом стоит начать с его комплектации. Помимо классического кабеля для зарядки устройства и самого бокс-мода с картриджем, в комплекте вас встретят два испарителя. И что самое приятное, они разного сопротивления. То есть вы сможете попробовать все испарители и решить, какой больше вам нравится. Лично мне больше всего понравился испаритель на 0,8 Ом. Как по мне, он более вкусный, ну и затяжка там чуть поинтереснее. В плане живучести к испарителям нет никаких вопросов. Они смело живут 2,5, а то и 3 недели. Лично я использовал AVIOBOX как основной девайс и менял их довольно редко. Что касаемо жидкости, я на нем парил солевой никотин крепостью в 20 мг. Соотношение ПГВГ 60 на 40 в сторону глицерина. Но вы смело можете парить на нем как и обычный никотин и даже нулевку. Вторым плюсом, конечно же, является аккумулятор устройства. В этом маленьком компактном корпусе спрятался аккумулятор на 1000 мАч. И я могу смело сказать, что при умеренном парении одного заряда смело хватит на один день. Заряжается девайс через порт USB Type-C, а от 0 до 100% он будет заряжаться примерно 35-40 минут. Девайс действительно очень маленький и легкий и не вызывает никакого дискомфорта во время использования. А еще на корпусе устройства есть крепление для ланьярда. Так что если у вас нет места ни в карманах, ни в сумке, то вы смело можете повесить его на шею. Теперь после полуплюса поговорим про полуминус, а я имею в виду корпус устройства. Он выполнен из пластика, да, он довольно крепкий и вероятнее всего после падения с ним ничего не случится, но мало ли что. Лично у меня он падал за время использования, в нем остались лишь небольшие такие вот вмятинки из-за песка на земле и маленькие царапины. Возможно, производитель это сделал для того, чтобы максимально уменьшить вес готового продукта. Теперь я хочу поговорить про самое вкусное, про то, что делает этот девайс самым крутым среди его конкурентов. А я говорю про его новые испарители и функцию антигарик. Работает она следующим образом. Как только в нашем картридже заканчивается жидкость, девайс это понимает благодаря новым испарителям и не дает возможности сделать затяжку. Он начинает вибрировать и говорить о том, что «Эй, пора бы уже заправить картридж!» И благодаря этой функции вы никогда не получите гарика. Еще на корпусе устройства есть одна единственная кнопка. Она включает и выключает устройство. Также она выступает в роли кнопки Fire. Но напряжение на картридж может подаваться и при помощи затяжки. В конце ролика я хочу сказать, что если вы еще не выбрали себе устройство, то смело приобретайте AVIOBOX. Я рекомендовал его всем своим знакомым, они его приобретали, и до сих пор от них нет никакого негативного комментария. С вами был Глеб и сигарет нет, и до встречи на нашем канале.